Итак, всем привет! Моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на иные. Собственно, это новый пони-сериал, который так же само, как бы основан на токийском гуле. Чё ж вы все вдохновляетесь так только ним? Это, блин, странно. Одним токийским гулем, и все. Интересно, обо мне что-то кто-то писал или нет? Нет. Но ничего, напишут в следующей части. И у нее сразу написано ЧО, то есть люди как бы мне расшифровали однажды на стриме, что это читать описание. Прыгаю отчасти. Я вернулась на YouTube. Кексики, как же я по вам соскучилась. Хе-хе. Меня не было эти 2 месяца из-за школы, и я просто хотела отдохнуть. Пожалуйста, не обязайтесь на меня. А что насчет сериала? Я, в общем, хочу этим сериалом показать и рассказать историю моего персонажа Макса. Подробности о новом персонаже будут в группе канала. Если есть возможность, обязательно посмотри вроде все и еще раз спросить. А кому стало интересно, что за персы и так далее, то ссылка на группу я тоже оставлю в описании, наверное. Что ж, давайте-ка начнем. Дисклеймер. Данный сериал вдохновлен аниме «Токийский гуль». Совпадение из него персонажей не случайно. Прошу не вбавить в комментариях из-за этого. Enjoy. Enjoy. С шапкой блокеры, серьезно. Вижу абсолютное, вообще абсолютное сходство с вторым персонажем, который весь обмотан вот этой вот красной лентой. Это типа татуировки, если чё. Полное сходство с детективом с этой... с токийского гуля, ну серьезно. Ты кексы купил? Угу. А шоколад? Да купила ваш шоколад. А какой? Да откуда ж я знаю, я же гуль. Я не ем вашу понячью еду. Да знаю, я знаю, не кричи. Ты же сам понимаешь. И потом, кроме тебя, в такое позднее время некому ходить. Да и потом ты можешь защититься. И без тебя знаю. Ладно, буду на студии через 15 минут. Угу, сайонара. Окей, еще и обозначение слова сайонара было. Ай! Слушайте, гражданин, вы смотрите, куда идете. Гражданин. Есть забочить пакет не ура... Чему? От него... Так, знакомо пахнет. Это же... Не может быть! Ууу, как это громко. Братик? Так. Пользователь шоколадный кекс. Я надеюсь, ты мне таким образом не проспойлерила третий сезон токийского гуля, потому что я даже не начинал его еще смотреть. Ай, да уж. Да, конечно, я понимаю, первый сезон классный вышел, мне понравился. Второй сезон как-то мне не зашел вообще. А третий я даже не начинал пока смотреть. Так что вот такое вот. Ну, что я скажу? Я честно надеюсь, что просто это не вырезка из... переделанная из третьего сезона для того, чтобы типа... Ай, у меня нету идей, я пущу так. Не стоит так делать, потому что... Я еще не смотрел. Надеюсь, это не так. Типа.
Окей. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ссылку на оригинал я буду в описании. Да, поддерживаем начинающих авторов, между прочим. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем удачи, всем пока.